Morning. Вот я вчера спала. Oh my god, I was sleeping, I don't know, 12 hours in a row. I went to bed like around midnight and I just woke up around like 12 noon time. Ку-ку. So, я говорю, выспалась, 12 часов спала. А я всегда так, я когда работаю, потом мне нужно какой-то момент, где я могу проспать 12 часов, хотя бы день-два, и все, я потом снова свежачок. Вот, а сейчас я буду делать блинчики, потому что я привезла с собой черные корочки. Из Москвы привезла, так что сейчас мы сделаем блинчики с черной икрой в Лондоне. Ура! Здесь, кстати, она будет вкуснее чувствоваться, мне кажется. А я блинчики готовлю. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Смотрите, какие. Идеальные. Идеальные. Разве не идеальные блинчики у меня? Та-дам! Горяченькие прям. Ух, сметанка и корка. Как все вкусно. Пока спала, тут, оказывается, такие скандалы происходят на интернет-ресурсах. Ну, скандалы не касаются меня, но еще и одна тема возникла по поводу меня тоже. Сейчас я получаю сообщение. Девочки пишут: Вика, я вас так защищала. Там пишут, что вы обманули всех, вчера летели из Москвы в Лондон, типа, эконом-классом, а типа снимали себя, делали вид, что летите в бизнесе. Во-первых, давайте сразу начнем по марочку небольшую. Летать в экономе — в этом нет ничего зазорного и ничего позорного. Это позорно только тем, кто не умеет зарабатывать деньги и не знает им цену, своим деньгам. Я свои деньги считаю, я знаю. Но вчера я не летела в эконом-классе, хотя спала в нем, скажу честно. Вот мой билет, чтобы сразу вот просто всем показать. 4F – это мое место, 18 декабря, Москва, Лондон, Виктория Боня. Это к тому, что я, девчонки, вас не обману, не вру. И если я лечу в экономе, я лечу в экономе, я себе могу купить билет и в эконом, и в бизнес, и в первый, и частным рейсом. Я себе могу это позволить. Но вот почему это так сильно волнует кого-то? Как я летаю? Сколько я зарабатываю? На что я живу? Как вы считаете, это нормально или нет? Но с другой стороны, наверное, это нормально. Потому что я не даю людям покоя. Жить спокойно не даю. Вот, к слову, мне смешно, если честно, позорно и стыдно, что люди считают, что летать в экономе – это зазорно. Жаль. Да, следующая история. Сейчас я смотрю, там типа того, что я вообще не была приглашена к Филипп Лейну на ужин. Девчонки и ребятишки, даже если вы так хотите думать, мы дружим с Филиппом с 2006 года, 13 лет. И я не раз была в его проектах. Мы действительно, помимо партнерских отношений, мы дружим. И, ну, вы видели все сами. Вы видели... Это было так смешно читать, что я приклеилась, а на фотошопе к нему. И вот такое часто происходит. Куда-то выйдешь на красную дорожку, пишут: да нет, мы видели, она туда билась, ее не пускали. И вот это вот я в течение вот 5-6 лет наблюдаю, потому что настолько много зависти, что люди уже вроде как бы нельзя отрицать, вроде была на красной дорожке, что можно придумать? Да ее туда не пускали, она туда случайно залезла. И вот такие вот истории. Ладно, в следующем году тогда в Каннах, в этом году уже, который наступит, я буду более подробно снимать. Надеюсь, у меня еще будет столько же желания делать сторис, потому что сейчас мне это нравится. И вы посмотрите все, как на самом деле происходит. И как меня встречают, и так далее, и тому подобное. Все, всем хорошего вечера. Пошла сушить волосы. Чуть-чуть я все-таки их подстригла, кстати. Смотрите, каплю я их все-таки состригла. Потому что были они вообще вот так вот, почти по колено. Так же лучше, правда? Сейчас я подсушу волосы, а потом мы решим, что мы будем делать. Либо мы поедем, в Winter Wonderland, либо мы поедем покататься на лошадях. Здесь рядом с домом у нас сейчас привезли лошадок. Вот, а завтра уже Анжелишке начинаются у нее каникулы. И завтра уже начинаются выходные. Ура! Новогодние выходные. Меня затянула трясина. Детская трясина. Вот так вот целый день. Катается на скакалке по лестницам, по ступеньке, потом приходит: я упал, плачет. И вот так целый день. Дети, это весело, не правда ли? Дети, это очень весело. Я, короче, весь день получаю тут такое удовольствие и столько веселюсь.